В частности, речь зашла о реконструкции стадиона «Динамо». Он один из старейших в стране. Как отметил Вениамин Кондратьев, судьба спортивной арены сегодня волнует всех краснодарцев. Это, поверьте, легендарный стадион. Вот легендарный стадион «Динамо», он снова должен стать в строй. Вот в строй среди тех стадионов, которые по достоинству занимают место среди символов, спортивных символов края. Потому что там многие олимпийские чемпионы тренировались и стали олимпийскими чемпионами, принесли славу не только Кубани, но и России. Многие выдающиеся спортсмены, именно выдающиеся. И сегодня они первые, которые возмущены такой ситуацией. Мы сегодня сделали фасады, мы сделали трибуны, но само спортивное ядро стадиона, конечно, остается вне реконструкции. И поэтому, конечно, нам сегодня надо обсудить ряд моментов. Я уверен, мы сможем договориться для того, чтобы стадион снова начал функционировать. Вам благодарность от руководства Центрального совета «Динамо» за вашу истинно гражданскую, государственную позицию в области отношения к спорту в Краснодарском крае. И в частности, к объекту, который, я уверен, будет построен и будет радовать глаз не только краснодарцев, и гостей города. Ранее председателем краевого общества «Динамо» был выбран Сергей Захарихин. На встрече стороны закрепили свои намерения о дальнейшем сотрудничестве, подписав соглашение о развитии массового спорта на Кубани.